Это та шахта, где еретики или... Вавилон. Женщина ногой в лицо. Но она теперь нам запомнит это. Конечно, определенно. Что такое? А, кактус. Ничего, само зарастет. Ну да. Не страшно, я думаю. О! Что, заманался? Немножко, да. Дорогая Марта. Моя возлюбленная, самый близкий, самый сокровенный друг с самого детства. Я знаю, твоя вера несовершенна. Я знаю, что старый червь сомнений терзает твое сердце, и слезы омывают твои щеки. Ты думаешь, что грешишь, совершая убийство. Но услышь меня, так как я говорил тебе всеми известными способами. Ты согрешишь только, если ничего не сделаешь. Если ты не посадишь на цепь бешеную собаку, разве ты не ответственна за детей, на которых нападает эта сука? А, собака. Саш, такой завис. Если ты раздавишь паука в его детской люльке, разве ты не ответственна за его ядовитый укус? Если ты оставишь огонь без присмотра, разве ты не ответственна за ожоги каждого невиновного? В любом случае, лень сделала бы тебя убийцей. Даже не пошевелив пальцем, ты все равно останешься ужасной убийцей, по мнению Господа. И еще каждая жизнь, которую ты не заберешь, можешь даже повергнуть врага, который убьет и уничтожит. И еще. Еще раз. Что? И еще. Каждая Где? Жизнь, которую ты не заберешь, может даже повергнуть врага, который убьет и уничтожит весь мир. Да, наверное, вот так. А я как читал? Почему у меня так не получилось с первого раза прочитать, я не понимаю. Потому что ты еще привязывала к каждой жизни. Это он просто добавляет. И еще. Все, да, я понял. Запятую не заметил. Враг яростен, злобен и голоден, словно ад. Держись, толкни нож. Тебе не нужно прощения, потому что ты не грешишь. Знай, что храм врат нуждается в тебе. Знай, что я люблю тебя, что Господь любит тебя. Вообще, с одной стороны, вроде бы неплохо то, что они переписали и сделали это... белым шрифтом на черном экране, да, но... Шрифтом. Шрифтом, но... Я когда читаю, смотрю в этот белый шрифт, и потом переключаю, у меня этот шрифт отпечатается в глазах, и если какие-то темные места, у меня, по-моему, глюки с этим текстом идут. Не очень правильное решение, конечно. Лучше бы сделали на каком-то сером фоне черном. Контраст. Играет тут роль. Да, в данном слишком случае контраст. Слишком контрастно, да. Потому что игра-то сама темная, привыкаешь, видимо. Так, откуда я пришел-то еще раз? Я пришел. Я не знаю, откуда я пришел. Как я сюда попал? А, вот отсюда, наверное. Нет, я отсюда пришел. А, ну да, да, точно. Я же спускался. Нет, подождите. Я точно спускался? Нет. Значит, мне наверх. А почему тогда дверь там не открывалась?
А что тогда? Почему меня не открывает? Я что-то сломался, я не понимаю, откуда я пришел. А, вот так. Опа! Стоп, стоп. Это было до того, как я нашел ее повешенную. Проснись, проснись. Я еще тут. Я думаю, вот эти все перевернутые легко найти будет потом уже. Угу. Что, что, что? А, то есть обратно в коридор. Не поняла. Офигеть. Батарейка. А как? Ого. Так можно было, да? Ты что делаешь сейчас? А. Их откатывать можно и вот таким вот образом батарейку забрать. О. Ничего себе сложно. Тут не только камера лагает, тут мозги вообще едут просто. Все лагает. Он записка мигает. Это так, так великодушно. Игра висельника? Они раньше играли Лин и Джесс. Вторая половина должна быть где-то. Не понял. А почему он ее в руке держит? А, смотри. Вторую половину найти надо. Ага. Нужно наводить на что-то. Она, видишь, прозрачная. Найти вторую часть нужно. Где я не могу так наводиться. Нет, я не могу это делать. Но у меня все еще две. А я ж тут был как раз. Ну да. Я просто пошел. Может, здесь где-то что-то надо? Я не совсем понимаю, что просто мне на... Куда? Я же не могу ее поднять. А, так может вот здесь как раз? К стене? Может быть, да. Свести вместе нужно. Я не могу это сделать? Или мне надо нажать что-то? Нет, вроде. А, батарейку воткнул. Не то. Ну я не знаю тогда. Ладно. То есть это вот явно оно самое. То, что у тебя в руках, да? Да. Может, надо что-то подобное искать вот. Здесь-то прям подсвечено. А, то есть то, что она прозрачная, это баг, пишут. А, да? Угу, то есть она... Не должно быть так.
Так что на это можно внимание не обращать. Понятно. Никогда. Сломали нам мозг. Но я в итоге отсюда выхожу в коридор. Ай, не выхожу. Здесь нет прохода. Перелезть тут не могу. И выхожу обратно в общий коридор, где эта игра висельника запись была. Другой говорит, не баг. Что это на проект специальный? Вот так вот. Открывай. А как вот так вот? Баг, не баг? Хо-хо-хо! Прикольно. Да не страшно. Обязательно вот это в темноте все делать было. Так, откуда я зашел? Так я же вышел опять обратно в этот коридор. Ну ты, видимо, так и будешь выходить. Так, ну значит, в другую сторону идем, сюда. Сюда теперь, да, значит. Угу. Кстати, проектор. А вон, во! Ну да. Вот оно. Сейчас проектор ставим, наверное, и тут висельник появится. Ага, ага. Ну да, вот. Установить световой фильтр. Опа. Погоди, ну ты как-то... Двигать надо, что ли? Да, да, да. Еще, еще? Незабываемо. Вроде звучит правильно или что? Ну ты как-то косо сделал, но... А, вон, буквы надо, чтобы встали куда нужно. Да нормально. Он же сказал, что нормально. Ой. Да, я даже взаимодействовать не могу больше. Видела, да? Что именно? Там пробежал кто-то. Нет, не видела, я в чат смотрела. Повезло тебе. Думаю, вроде ничего не происходит. Этими вашими хождениями, брождениями батареек не напасешься на вас. Самое главное, что здесь непонятно, с какой целью ты бродишь. Просто что-то бродишь, постоянно активируется что-то новое. Ты нажимаешь. Потом иди еще дальше ищи. Такое бесцельное брождение. Сюда наверх, что ли? А, вот это открывается. Я вообще тут первый раз вижу дверь без ручек, которая открывается.
Ой. Что, мне обратно идти? Тебе поставили задачу найти выход. Ну, я нашел его, нет? Заперто. Да что вы от меня хотите? Я не понимаю. Напугать тебя хотят. У меня там, видимо, скрипты какие-то поломались или что, иначе я не могу это объяснить. Нет, я думаю, ты должен был метаться туда-сюда, не понимаю, что, куда. Я и метался, не понимаю, что, куда. Ну и все нормально отработало, видишь? Тебе дверь открыли. Ни хрена мне не открыли. А, нет, открыли. Зачем эта комната? Давай посмотрим, что тут у нас. Почему там ничего не написано-то? Не успели. Вроде ничего тут нет. О, взаимодействовать. Батарейку там, надеюсь, спрятали. А может, в коридор надо вытащить? Нет. А, во! Сюда, что ли? Да ладно. Ну да. Я вернулся? Что за черт? Я только что был тут. В смысле только что? Не знаю, ничего не вижу. Нормально. Не знаю, меня вот эти моменты со школой просто напрягают. Если здесь у нас есть хотя бы какая-то цель, мы куда-то идем, да? А когда мы попадаем в эти школы, то вообще непонятно, что от меня хотят. Что мне делать-то? Куда мне идти-то? Ходишь как дурачок, тыркаешься в каждую дверку, в каждый это... уголочек, чтобы найти что-то, что подскажет тебе. Шахты. Это ведет к шахтам. Куда другие забрали Лин? Ой. Странно показалось. Вроде стон какие-то слышал. Нет, не показалось. Угу. А где? Иди, иди аккуратненько, потом разберемся. Странно, что микрофон не улавливает. Опасненько. Что?
Я не знаю, сколько их попало в мой рот. Моя кожа не перестает зудеть. Они пытались вознести меня. Я где-то что-то пропустил. Угу. А где? В школе? Ну, может, найдешь еще? Нет? Дорога к старой шахте, то есть... А, по дороге? До того, как получается, где-то в обратную сторону. Может, конечно, порядок сломан. А, вот где-то по мосту шел, где-то перед этим пропустил. Получается, тут, да, где-то. А, уже никак говорят. Ладно. Так, а в смысле никак? Я же могу по мосту обратно пройти. Вот, нашел. Нашел. И батарейка. Красота. Дорогой Симон, ты для меня был больше, чем кузеном с тех пор, как мы были детьми. И я надеюсь, ты поможешь мне в беде. Особенно, когда это касается лекарств. Скажу прямо, я болею сифилисом. И меня, наверное, отправят жить как пораженным. И мне ужасно страшно и неприятно. И я знаю, что было небезопасно трахаться со всеми, кроме папы Нота. Потому что его от болезней защищает Бог Иисус. А меня нет. Поэтому мне нужна твоя помощь. Благослови тебя Бог, Аталия. Да, тяжело читать специально с ошибками. О боже, это не так далеко. Это не так плохо. У меня не было этого диалога перед этим. Странно. Ну я ж соскальзываю. Ветром сдуло. Кушать надо лучше. То есть записка, батарейку счет? Надо забирать обязательно еще раз. Я бы как-то по-другому пытался идти, ну да ладно. В чем дело? Лови их ртом, это еда. Белки полетели прям сами. Черт! Ой, мне надо было дождаться. Вроде как так и должно быть. Мне кажется, я умер. Это была саранча или нет? Лэрд, ваша милость, это была тень в небе. Но я не полностью уверен. Бог любит своих детей, ага. Опять кого-то убили. Мне жаль. Ваша милость, мне жаль. Я кверх ногами вышел? Ага. Только бы он тебя не нашел. Что это такое? Ты кто? Жаль. Его страдания закончились. Слова Нота правда. Там кто-то на ком-то сидел. Грядет переломное время. Какие-то уродцы. Непонятные. Нормальненько. Он какой-то тоже не очень нормальный был. Кажется, я пошел длинной дорогой. Он тоже не специально? Ух ты. Чего ты переживаешь-то? Мне кажется, это не очень надежное место для того, чтобы спрятаться.